2 июня 2023 года в рамках 22-го Всероссийского форума «Здравница-2023» при поддержке правительства и Министерства образования Хабаровского края в Платином-арене города Хабаровска проходили детские игры здоровья «Здравиада-2023». Организаторы «Здравиады» – Светлана Викторовна Артышко, доцент Педагогического института Тихоокеанского государственного университета, Яна Романовна Брадуцан, инструктор по физической культуре детского сада номер 23 города Хабаровска, и Михаил Львович Лазарев, президент Федерации «Здравиада», педиатр, ведущий специалист Института детства Московского педагогического государственного университета. Михаил Львович Лазарев является автором протокола проведения состязаний, а также автором слов и музыки всех песен, исполняемых на «Здравиаде». Участники «Здравиады» – это дети, педагоги и родители детского сада номер 23 города Хабаровска, а также студенты Педагогического института Тихоокеанского государственного университета. «Здравиада» – международные детские игры здоровья дошкольников, которые проводятся в России с 1997 года. Название «Здравиада» основано на имени героя программы формирования здоровья дошкольников «Здравствуй» – «Здравика». Программа «Здравствуй» имеет гриф Министерства образования Российской Федерации и в 2003 году включена в перечень учебных изданий для общеобразовательных учреждений. В 1998 году «Здравиада» стала коллективным членом Конфедерации национальных и неолимпийских видов спорта России. В феврале 2014 года «Здравиада» проходила по садам России в рамках Олимпийских игр Сочи-2014. Тогда гимн юных олимпийцев спело более 100 тысяч детей. И верим, поверим, верим, на играх себя проверим. В сентябре 2014 года «Здравиада» проходила на Красной площади в рамках программы «Спасская башня детям». Концептуальной основой «Здравиады» является идея о том, что дети по ходу взросления берут на себя ответственность за свое здоровье, становясь мотиваторами оздоровления окружающих и, прежде всего, своих родителей. При этом помощниками детей на пути формирования у них картины здоровья и навыков оздоровления являются не только родители, но и дети более старших возрастов. Целью «Здравиады» является формирование у ребенка внутренней картины здоровья и выявление его врожденного функционального профиля личности. В основе «Здравиады» лежит экспресс-тест «Здравик», зарегистрированный в Росздравнадзоре в 2011 году как медицинская технология. Тест «Здравик» позволяет оценивать у детей дошкольного возраста основные функционально-интеллектуальные сферы их жизнедеятельности – двигательную, музыкальную, художественную, когнитивную, речевую, соматобиоритмическую, эмоционально-личностную. Полученные в ходе 25-летних исследований данные позволили выдвинуть гипотезу о существовании функционального генотипа личности, который можно рассматривать в качестве ростковой зоны детского организма, раннее выявление которое можно обеспечить гармоничное развитие ребенка. Каждый ребенок приходит на «Здравиаду» в сопровождении взрослого, старшеклассника или студента, имея при себе индивидуальную карту участника состязаний. Под звуки гимна юных олимпийцев все участники «Здравиады» выходят вереницей и, исполняя гимн, становятся в большой круг, состоящий из 7 групп участников. В каждой группе 5 детей-дошкольников и 5 сопровождающих. После проведения церемонии открытия главный судья «Здравиады» представляет цветных здоровячков, которые исполняют с участниками свои песни и приглашают их в свои сектора для проведения состязаний. В красном секторе конкурс «Огник». Сначала проводится тест разминка-координация, упражнение «Цапля». После этого выполняется интонационная проба. Взрослый медленно пропевает ноту, проигрывая ее одновременно на фортепиано, и просит ребенка повторить эту ноту за ним. Я огненный ярко-красный сын огня, и вы тогда не сможете меня. Вся жизнь моя движение, хождение, кружение, без тыки не могу прожить дня. В оранжевом секторе конкурс ОРСИ. Сначала проводится тест разминка «Гибкость». После этого выполняется тест «Рисунок лета». Ребенок рисует цветными карандашами, фломастерами картину лета. При этом он должен объяснить то, что нарисовано. Орсия земли частица,
и скажу вам, не тая, все, что на земле родится, дарит щедро мать земля. В желтом секторе конкурс Яник после проведения теста разминки реакция выполняется мнемо-тест. Ведущий читает вслух неизвестное детям детское стихотворение, состоящее не менее чем из 16 строк. Каждый участник повторяет на ухо своему сопровождающему те строки, которые он сумел запомнить. Я веселый солнцелучик, я пробился из-за тучек. Я веселый солнцелучик, я пробился из-за тучек. В зеленом секторе конкурс «Ростик». После выполнения теста разминки «Сила» проводится конкурс «Ростик». Оценивается количество правильно названных полезных для здоровья продуктов с объяснением их пользы и правил здорового питания. Я стручок зеленый ростик, прихожу я к детям в гости. В голубом секторе конкурс «Йоник». После проведения теста разминки «Прыгучесть» выполняется звукодыхательная проба Лазарева. Участник как можно дольше произносит звук «М». Йоник, я воздушный шарик, раз, два, три. В синем секторе конкурс «Капелия». После выполнения теста разминки «Скоростная выносливость» проводится конкурс «Капелия». Оценивается количество перечисленных способов оздоровления и закаливания организма с объяснением их полезных свойств. Я капелия тихоня, я живу в воде. В фиолетовом секторе конкурс «Вита». После выполнения теста разминки «Быстрота» проводится темпо-лого-тест. Оценивается по метроному темп, в котором участник может без ошибок трижды проговорить скороговорку. Я фиолета, я Вита Виолета, мой голос соткан из нити фиолета. Главный судья соревнований проверяет у каждой команды участников цветные коробочки, в которых должны находиться все 7 цветных ноток. Это означает, что команда прошла по всем секторам здравиады. После этого судья информирует всех о том, что победители будут определены на следующий день. Вот сейчас мы видели лучшую здравиаду за 25 лет. Я хочу, давайте похлопаем. Это компактно, это понятно, и, в общем-то, дети не устали, но мы же видим, правда? Устали, нет? Звучат финальные песни, под которые всем детям вручаются дипломы участников. И, конечно, памятные фотографии и аплодисменты гостей. Постскриптум. На следующий день участников здравиады ждала церемония награждения, которая проходила в торжественной обстановке. Победителям, отдельно девочкам, отдельно мальчикам, вручали дипломы и медали по многоборью. Суммарный результат по всем состязаниям. Золотой здравик, серебряный здравик, бронзовый здравик и одноборью. Конкурсы «Огник», «Орси», «Яник», «Ростик», «Йоник», «Капелия», «Вита». Имена и фотографии чемпионов были представлены на почетном месте, побуждая всех детей усиленно готовиться к здравиаде следующего года. Важнейшим итогом здравиады стала база данных, которую наполнили родители в этот же день. Через свои смартфоны внесли в Google шкалу анонимные результаты состязаний своих детей. Теперь начинается этап научного исследования, который позволит выявить у каждого ребенка функциональный профиль его личности, врожденный двигательный тип, музыкальные, художественные и лингвистические способности, устойчивость к заболеваниям, а также при наличии соответствующего банка данных оценить уровень организации оздоровительно-развивающей деятельности образовательного учреждения, района, города, региона и даже страны в целом. Звуки музыки, волшебные.